Маркиза Мария Сера Половичина безмятежно смотрит с полотна фламандского художника Питера Пауля Рубенса. Портрет стал частью новой выставки в Далиджской картинной галерее на юге Лондона. Рубенс, живший с конца 16 по середину 17 столетия, известен своими смелыми мифологическими картинами. На многих из них изображены обнаженные женские фигуры. Благодаря этому даже появилось понятие «рубенсовской женщины с пышными формами». Однако Рубенс изображал не только обнаженную женскую натуру. Он также писал портреты женщин, которые давали ему вдохновение и помогали в карьерном росте. Среди них его покровительницы и родственницы. На своих полотнах он передает их силу и достоинство с нежностью и сочувствием. Выставка посвящена его отношениям с женщинами. Рубенс имеет репутацию художника-суперзвезды 17 века. Карл I посвятил его в рыцари. Он был удостоен многих наград и говорил на 6 языках. Это своего рода история мужского успеха. И можно увидеть, что достичь этого ему удалось отчасти благодаря женщинам, которыми он себя окружал. Особенно трогателен портрет дочери Рубенса Клары Сирены, которая умерла незадолго до своего 13-летия. Многие думают, что он объективизировал женщин, но здесь можно увидеть другую его сторону с фокусом на семье, где нет обнаженных тел. Тут показана жизнь женщин, таких как его жена и дочь. В целом на выставке представлено 43 работы Рубенса. Она будет открыта до конца января 2024 года.